Доброе утро! В эфире новости Light. Обо всем самом интересном в городе в ближайшие 3 минуты. Сегодня в Омской области стартует молодежный форум «Ритм». 6-я встреча пройдет на базе детского лагеря «Березовая роща». Проект объединяет инициативных и неравнодушных горожан и помогает им встретиться с авторитетными людьми бизнеса, творчества, науки, СМИ и представителями власти со всей России. Они поделятся с юными талантами своим опытом, знаниями и подскажут, как превратить идею в успешный конкурентоспособный проект. В завершении участники защитят свои работы, а лучшие получат гранты. В последний день форума 12 июля молодые омичи поделятся впечатлениями и результатами встречи на Омском Арбате. Омичей зовут поохотиться за привидениями. На этих выходных на территории Омской крепости стартует квест-прогулки. Музей имени Достоевского приглашает горожан отправиться на поиски бесценного экспоната, который, по легенде, похитил призрак. По пути участники познакомятся с историей крепости и даже побывают в потайной комнате комендантского дома. Отправиться в детективное путешествие можно каждую субботу до 14 сентября. Предварительно нужно записаться по телефону. Началось строительство транспортной развязки на 15-й рабочей. Новость хорошая, но жителям близлежащих районов придется потерпеть некоторые неудобства. Причем достаточно долго. Из-за работ перекрыли участок улицы от Хабаровской до Харьковской. Теперь он недоступен для всех видов транспорта. Автобусы будут ездить по измененным схемам. Маршруты номер 49, 58 и 178 в обоих направлениях пойдут по 26-й рабочей и Хабаровской. Виадук обещают построить к декабрю следующего года. И расскажу о том, что приготовил понедельник. В музее имени Врубеля стартовал фотопроект «Олдушка». Героинь снимков фотографа Игоря Гавара уже знают далеко за пределами России. Но в родном городе омич представляет свое детище впервые. В экспозиции «Бабушки идут» 50 портретов моделей почтенного возраста. Все они яркие, стильные и с годами наверняка не потеряли желание нравиться себе и радовать взгляды окружающих. Творческое пространство «Берлога» предлагает вам раскрыть свой талант художника. Организаторы мастер-класса уверяют, написать картину маслом за 3 часа вполне реально. Занятие пройдет в технике правополушарного рисования. Она позволяет поверить в себя даже тем, кто ни разу не держал в руках кисточку. Начало 18:30. Пока это все. О других новостях расскажем позже. До встречи!